Hey guys, всем привет, добро пожаловать на канал, Лас на связи. И сегодня мы находимся с вами в крутой игре мечты, наверное, нашего с вами детства. Многих из вас, кто раньше смотрел в детстве покемонов, я думаю, что о такой игре можно было только мечтать. В общем-то, игра называется Pokemon Unit. И совсем недавно вышла она, буквально то ли сегодня, то ли вчера, вышла в App Store и в Google Play, в Google Market, в этот в Play Market. И я сразу же прям захотел ее очень сильно посмотреть вместе с вами, потому что я люблю подобные игры, ну и тем более, ребята, покемоны, ну это классика. Все мы в детстве мечтали, чтобы у нас были покеболы, чтобы мы могли играть за этих самых покемонов. И у нас уже Пикачуха есть. В общем-то, ребят, это моба-игра, но во вселенной покемонов. То есть я о таких играх могу только мечтать, потому что, в принципе, жанр моба достаточно интересный. Так, а у меня нету пока управления, так что мы сейчас с вами будем потихонечку это управление как раз таки и настраивать. Играю я на эмуляторе, поэтому нам потихонечку надо вот таким вот образом сейчас настраивать наше управленица. Так что я пока, наверное, сделаю вот как-то так. Вот, все, отлично, персонаж у нас передвигается, ходит. Я люблю, в принципе, сам моба игры, на самом деле. Играю сейчас с другом в последнее время в Лигу Легенд Wild Rift мобильную. Он с мобилки, я с эмулятора. Вот, эмулятор, кстати, ребят, LD Player, кто хочет играть в мобильные игры на ПК, ссылку оставлю в описании, там же будет ссылка на мой видос, где я рассказывал, как его настроить правильно. Давайте проходить обучение и посмотрим, что у нас здесь будет. О, это наш первый соперник. Так, вот у меня есть скилл. В принципе, кстати, клавиши можно назначить, можно не назначать. Давайте назначим, я не знаю, какую. Какая это? А это простой, наверное, обычный. О, он стреляет, нифига на Коннорсе. Ну, даже пока не будем клавиши назначать. Так, ты коллекционируешь какие-то штуки. И вот эти, по-моему, штуки нужно сюда относить. То есть здесь не просто как моба, она еще с каким-то другим немножечко смыслом, как я понимаю, нет? То есть ты какие-то очки копишь, и потом ты эти очки должен, что ли, сюда скидывать? Это как в этом, в Brawl Stars, что ли? То есть, вот, ты сюда их закидываешь, бам! А, ну да, ты как будто в кольцо закидываешь, то есть непростая моба. Так, вот они у нас три персонажа. Блин, ребята, детство. Я помню, как я в детстве пошел, когда я смотрел эти мультики, я пошел в магазин, и у нас был один единственный там плакат с покемонами, где были практически все они. Были их там разные трансформации. Я помню, как я их еще с другом в детстве... Вот. Так, подожди. Как я их с другом, короче, в детстве из пластилина. Мы покупали пластилин и лепили этих покемонов из пластилина, короче, блин. Это прям очень круто. Давайте, наверное, поставим вот эту штуку, чтобы Е, допустим, зажимать. Вот это можно поставить, кстати, на пробел стандартную атаку, допустим. Вот это поставить на двоечку, вот это поставить на единичку пока. Ну, вот так плюс-минус настроим. И будем смотреть, что у нас будет дальше по управлению. Так, что это у нас? Так, вот такая штука у нас есть. Мы врываемся. Воу, нифига она. Так, ну это, короче, обычный стандартный удар, да, как я понимаю. Так, хорошо. А это у нас кто тут? На единичку мы его бахаем. Дальше мы его обычным ударом. И потом этим врываемся. И бам! И добиваем, короче. То есть тут надо, в принципе, здесь она, я думаю, не такая сильно замороченная, знаете, как та же самая Лига Легенд или какая-нибудь Дота. То есть здесь, я думаю, она гораздо упрощеннее выглядит. Так, и что еще одного надо, да, уничтожить? Бам. Все, я ему ваншотнул, офигенно. Так, все, есть такое дело. То есть у нас сейчас, в принципе, обучение, так понимаю, происходит, да? Некое обучение, да, пока, ладно, а весь экран сделаем. Ага, нам еще все-таки кого-то надо, походу, уничтожить будет. Хорошо. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Но он пока не бьет. А интересно, что это за... О, это кто такие? Шо за ребята тут? Пацанчики собрались с райончика, блин. Пчелоки. Пика, пика. Блин, офигеть. Ну, представьте, это моба-игра, в которую, в принципе, можно целыми днями, да, вообще не вылезая, играть эти каточки. То есть, где есть разные скиллы, разные умения, там, ульта, не ульта. И... ты можешь играть за различных покемонов. Блин, для меня прям это не укладывается в голове. Я бы, кстати, хотел бы такую, наверное, игру видеть во вселенной Марвел. Вот это было бы вообще клево, на самом деле. Так, а... Once your unit move gaung, charge что-то, you can... Корешки. Ничего не понятно, но походу дело... О, это Сквиртл, не? О, look, Лек is a posting...
Вартортл. Это не Сквиртл, да? Это по-другому чувак какой-то. Че ты хочешь? А это у меня ульта, походу. Нифига, у меня душу, слышишь? На. А здесь есть смысл мансить как-то, не? Бам-бам. Вот, это сейчас, смотрите, это у меня типа активизируется, типа ульты, да. Блин, еще вот эти пика-пика, блин. Кайф вообще, слышите? Так, когда ты отправляешь нокаут покемона из оппозиционной команды противоположной, и это может drop some the assess energy. Я понял, ну примерно пикап. Ну ясно, ладно, сейчас, походу, вот мы их, короче, тоже сюда пикапим и сюда же мы их вкидываем. То есть, видите, здесь задача не просто, да, там в тупую убивать персонажей, занимать какие-то там, убивать башни и так далее, и, соответственно, разрушать соседнюю эту базу. Вот, а еще и скидывать какие-то очки. Во, Чаризард. Это, кстати, какая-то, по-моему, вторая или третья форма Чармандера. Ребят, если что, напишите в комментариях, если где-то... Ля, вообще. Я еще помню Баттерфлай. Вот этот, помню, Генгар был. Он у этих был. А еще я помню, был один боксер. Один был каратист, короче. Венюзавр какой-то. Ну тут, я не знаю, такие же будут названия, как раньше. А я-то что? А, блин, я думал, может, мне надо было нажать выбрать? А я никого не выбрал? Ну, вряд ли, да? Вот, Элли Арена. Ну, я понял. Топ-патч, баттом-патч. Ну, это вот три линии, да? Или здесь две линии? Это точки, куда мы должны закидывать. Подожди, а мы им должны? То есть мы не в свои точки должны? То есть, видите, здесь вместо башен из обычной мобы игры, которые мы должны уничтожать, мы, короче, идем... я понял. Ну, сейчас по ходу дела будем разбираться. Слушайте, очень интересно. А тут пятеро тоже играют, да? Блин, она, видите, она на английском, поэтому здесь, в принципе... Ну, это, я думаю, видите, я даже ничего не читаю. Здесь, в принципе, интуитивно понятно, что здесь происходит. Так, а я за Чармандера катаю, да? Так, а у нас надо скиллы-то нам изучить? Ву-ву. Подожди, а это просто крипы, да, я так полагаю? А где тут соседние чемпионы? Да. Чё ты рекомендуешь, баттон патч? Ой. Так, подожди... Не, а, это на базу отправляться? Это телепорт на базу, я понял. На. Опа, кто это? Так, есть очко. Так, а нам надо не сюда. Здесь хп рекавери. То есть нам надо, короче, их уничтожать, подбирать эти очки и идти к ним на их, короче, базу, я понял. Слушай, ну да, она прям совсем прям упрощенная такая версия. То есть чисто так, знаете, почилить немножко. Так, а вот здесь уже все. Здесь уже вражеские герои, я правильно понимаю? На, у, блин. Тихо, пацаны, не надо. Нифига себе, вот этого я помню, он пел, по-моему, вот этот розовый. На-на-на-на-на-на-на, даю. Слушай, я уже многих и не помню. Я помню, вот был Чермандер, Пикачу, этот был, помню. Давай, добить его надо было. Добить его по жопе, блин. Есть, добил. А этого добью? Давай, добить. Есть, хорошо. О, у меня следующее Чермель... Вот, у меня следующая, он форму, видите, то есть он качнул левел, и он следующую, короче, форму приобрел. Чермелёна вот этого, или как он там называется. Блин, нифига прикольная тема. Подожди, надо вот эти вот штуки, давай, оп. Голзон, есть. ФПС, кстати, нифига, я еще в настройки не заходил. Здесь, наверное, можно всякие настройки прикольные какие-то подпиндюрить. Она идет нормально, 80 кадров, но она реально плавно работает, вот на эмуляторе вообще гонка. Вообще пушечка, блин. Так что, ребят, ссылку на него вы, если что, в описании можете найти. Блин, вообще грязь, конечно. Давай. А вот это просто... Ну, это, короче, это как крипы. Это, опа! Там эти герои... Их двое, трое? Меня дерут? Что ты хочешь? Подожди, что происходит? Блин, здесь, видите, конечно, неплохо было бы по-русски почитать, потому что я не очень понимаю, что она от меня хотела, эта девка. Женщины это. Так, а мы вот здесь подхилиться же можем, нет? ХП рекавери. Да, вот видите, реген ХП пошел. Слушай, а мне, допустим, он говорит на базу. Я могу какие-то предметы? Это же если моба играю, могу какие-то здесь предметы покупать, нет? Или здесь не нужно? Здесь, походу, не нужны никакие предметы даже. То есть ты просто бежишь спокойно и все, вот этих кумаришь спокойненько, хоп, и все. И очки вот эти выбиваешь. Опа, это кого кумарят? Нифига, тут какой-то водяной стоит. Все, ну кумар произошел сейчас. Опа, нашего душат. Наших душат, ребята, наших душат. Душанбешат жестко вообще. Так, есть коннект. Ну это был... Ой, это вот эту вот максимальную форму, да, приобрел девятую или нет? Или это не максимальная форма?
И причем, смотри, то есть он здесь как? Он не какие-то скиллы учит. Он, короче, под каждую форму, у него свои, получается, какие-то скиллы особые, да? Так, вот этого сейчас мы дрюкнем, еще ему ультой. Но! Разматулька просто пожилая произошла сейчас. Давай, дожечь, дожечь его. Красава, блин. Так, мне надо сейчас эту на базу скинуть предметы. Охренеть, прикол, вообще, слушай, интересно. Ну да, она как бы не такая заморочистая. То есть это такой немного, знаете, Бравл Старс на максималках. То есть, как бы Дота на минималках или Лол на минималках. Ну зато Бравл Старс на максималках, то есть вот так скажем. Блин, вообще имба, конечно, на. Че ты, дядя, а сколько нам надо? А тут 5, короче, минут на матч дается. Все, мы выиграли или кто это? А, это, наверное, босс, типа, да, как у нас есть. То есть в центре карты появляется босс, который, наверное, даст какие-то приколюхи. Пойдем попробуем его завалить. А у нас как мы вообще посмотреть счет? Я что-то счет не вижу. Где у нас счет? Есть какой-то, не? А что, они убили уже? Ни хрена себе, они его загрызли быстро. Давайте сейчас вот здесь вот чуваки. А, они здесь что-то фармят. О, бульбазавр или как он? Да, вот этот с цветком, это же бульбазавр был, да? Эй, нифига себе. Так, я одного завалил. Тихо-тихо, блин, они мне сейчас напинают, слышишь? Они мне сейчас накидулю сделают, ребята. Они мне накидулю сейчас. Блин, у меня ульты нету. Нормально? Нормально, серьезно? Мы их раскидали? А все, смотри, последняя точка уже здесь осталась. Блин, напинали мне, слышишь? Обидно. Ревью, а это что такое? А, это кто мне дал, да? Ага, ничего себе. Так, давайте пока быстро настройки глянем. Фреймрейт максимальный, brightness, outlines, control есть, да? То есть по-разному. Ага. Слушай, а по дисплею, тут по графике ты не можешь ничего добавить, да? То есть у тебя графен такой, какой есть. Но он нормальный, кстати, не шибко-то мыльный. И то, что здесь FPS на 90, это прям привет. Смотри, смотри, они на нас пошли. Это кто там пушит? А ну-ка, дружочек, чувак, а ты тут забыл? Иди сюда, блин, ты. Где они там? Кого она кидать, кому? Заворотник. Time's up. И чё, мы их надрали, я надеюсь? Да, 198. Слушай, ну нифига себе, они на самом деле тоже нормально так не просто, скажем так, сыграли. Блин, прикалы DS, конечно. Так, close, main menu. Интересно, мы можем других-то или их как-то надо выбивать, или они открытые будут? Так, и чё, и чё? Это... А что это дает? Это какие-то карточки или что? Или это героя я могу? Блин, я буду такого героя. SP атак. Это speed атак, это атака, это SP атак. Или это... Подожди, ну это... А, это мили, это рейнджер. Давай, ну, блин, можно птицу взять, но она тоже мили атака. Ну вот Чермандер прикольный, но я бы вот эту хрень бы взял. То есть это теперь у меня, да? Хотя, блин, наверное, надо было, короче, Чермандера брать. А что это? Nintendo аккаунт? Это я могу прицепить свой аккаунт сюда. А как? Я не хочу, не хочу. Don't link now. Ок. Потом, если что, прицеплю. Буду, если поигрывать. Так, это у нас что? Это у нас Battle Pass, да, так сказать? Небольшой. Блин, тут куча обучений, блин. Ой, это мне вот этого дали? Я бы за него сыграл бы, слышишь? Я бы за такое... О, а следующего бульбазавра дадут на 5-м левеле. Ну да, это, короче, больше на Brawl Stars похоже, нежели на полноценный там этот самый мобильный какой-то моба мобильную. Рандом матч, стандарт, ранкет есть, нифига себе. Ну давайте еще одну карточку сыграем и, наверное, на этом обзорчик закончим. Ребят, ставьте обязательно лайк, если любите эту шнягу. Подожди, мы против настоящих... О, блин, мы против игроков пойдем играть, да ну. Уф, блин. Так, это... А это мои персонажи? Это кого я могу выбрать? Да ну. Слушай, у меня есть вот этот чел, вот, у меня вот этот есть чел. Он тоже рейнджет. Есть вот этот, но это ближняя атака. Это ближняя атака. Это краб какой-то лютый. Ну я вот этого знаю просто. Давай я за него, короче. Прикол. Блин, или это боты. Ну хотя вроде ники не ботовские. Прикол. Смотри, персонажи есть доступные. Блин, это круто. Но было бы, конечно, по-русски, была бы вообще имба.
Так, это наши пацаны, а у них Чермандер, Пикачу, Шорлокс, Таланфлейм. Ну да, это реальные чуваки, за нас вон Амбал играет, бодибилдер тупо. Тупо бодибилдер, короче. Блин, я, конечно, себя лох какой. 10 минут на катку, офигеть, мы уже 15 минут с вами играем. Ё-моё, надо было обучение, походу, самому проходить. Так, давай, у него какая обычная атака? Так, плюется он, короче, он плюется. Блин, ну тут на самом деле надо технически, тактически отыгрывать-то. Здесь не так просто. Тут все это не так просто, блин, ребята, я вам так скажу. То есть это вам тут... Так, а, это я выучил скилл, водой он прыскает, да? Как этот, как, короче, как Сквиртлс, я так понял. Так, вот, мы выучили вот так скилл, да? И что это он делает? А это реген какой-то, что ли? А как про него почитать? На него навести надо или что надо сделать? Сейчас я ему водой, оп. Короче, это какой-то типа регена, я так понимаю. Как его прочитать? Можно как-то, не? Ну, короче, да, я так понимаю, это реген ХП какой-то будет. О, в кустах тоже нас не видно, если что. Так, на Чермандера мы водички польем сейчас. Блин, ну это какие-то лохи, кстати, боты тупо. Так, а вот, и у тебя есть, короче, два варианта того, как ты можешь прокачать этот скилл, то есть, понимаете, да? Блин, нифига прикольно, на мобилке, мне кажется, вообще подзалипну, блин. На мобилке можно подзалипнуть, будет вообще огонь. Слушай, не, я на самом деле прям рад, я, мне кажется, с другом будем поигрывать в нее. Блин, подожди, аккуратно, блин, прикройте, пацаны, ну прикройте, ну дерут меня, ну прикройте, ну ребята, ну чё вы, блин? Чё стоите-то, блин? Ой, охренеть, они отхились. А, они потому что на своей базе. Вот черти, блин. Вот, я сейчас, смотри, сюда, типа, спать ложусь, у него реген ХП пошел. Они меня не видят. На. На, хорошо, хорошо, хорошо. Пошла, 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 приемочка. Хорошо, добил. Он, видите, он таргет, короче, кидает на того, у кого меньше всего ХП, короче. Кто рядом у вас находится. На. Ах ты, пес, блин, нифига он отхилился. Я его сейчас так... Ну, ни хрена ты, блин. Так, давай, скидываем. Все. А, здесь, видите, вот здесь, короче, есть лимит, сколько нужно туда вбросить этих очков. И через сколько этих очков, соответственно, пропадет эта хрень. Это башня или ворота, как это назвать-то. А здесь точки, ага. Блин, ни хрена, сколько их там, ё-моё. Давай, 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 вот это, дожрать, дожрать, дожрать надо. Давай, 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 блин, дожрать, дожрать его, дожрать его. Блин, он пошел. Вот, он Чермандер, у них лошар. Во, нифига, он его заплевал. Так, а вот это какая-то... Ага, есть. Ну, у меня тоже 7 очков есть. Хорошо. 4 штуки осталось туда забросить. А вот это вот оранжевые на карте точки. Это вот эти... А, ну это петы, которых мы убиваем, из которых мы очки. То есть вот, смотрите, я его убиваю, у него сверху написано 3 очка, типа, да? То есть вот, я получил 3 очка. И сейчас мы идем с этим типком. Получается сюда. Здесь остается их 4. Все, и одна остается. Я вот эту хрень... А это у нас хпшки, да? Так, Чермандер опять идет люлей получать. Блин, они двое идут, слышите? Отвалите нафиг. Отвалите, блин. Так, я еще левела не дошел. Блин, ну игруха очень прикольная. Я прям хочу в нее позалипать. Она, конечно, допустим, не для роликов, не для стримов особо, потому что, ну, как бы в ней не так много контента разнообразного. Но для самого себя погонять, мне кажется, вообще имба, конечно, лютая. Блин, добить бы ее, падлу эту. Так, и что он делает, смотри. И что, и он так отрегенился, и все. Так, давай на базу улетим, только зачем? Блин, ой, блин. На базу. Так, нормально, нормально. Блин, ну меня сейчас без хп могут отодрать на самом-то деле, кстати. Что-то я не очень понимаю, что у меня эта хрень делает. О, здесь кого-то порвали. Нормально. Вот, здесь босс появился, кстати. Здесь можно... Вот этого, блин, ну я не... Блин, мне кажется, он меня дрюкнет, не... Не надо, полетели на базу сейчас. Блин, там нашего прикрывать надо. Там птица наяривает. Ух, блин. Птица меня чуть не дрюкнула. А почему она меня не добила, вопрос. Ладно, я пойду на базу сейчас, отрегеню хп себе и погнали. А вот так нельзя, блин, может быть как-то в настройках можно поставить? Чтобы можно было, знаете, так вот на этой. Блин, а я могу как-то указать им, допустим? Не, а как-то... Куда указать? Вот сюда путь, допустим, могу. Что нам надо босса убить, не? Босса, пацаны, го босса убьем. Пацаны, го босса убьем, блин. Там Чермандер опять. Или это не Чермандер? Блин, это не Чермандер. Это лошара какая-то. Вон Чермандер.
Шермандер, блин, кто бы мог подумать, что в 2021 году буду играть, сидеть в мобильную мобу про покемонов, это же вообще имба. Блин, а почему у меня не качается больше левел, вот вопрос. Может, надо какую-то хрень, слышите, может, надо какую-то хрень, типа, делать, я не знаю. А какую хрень можно, а как вот мне левел прокачать? Давайте, помогайте, помогайте, пацаны, помогайте, накидули. Блин, ну мы не можем одного добить, вот, блин. Пиндрец. Слушай, ну он как-то уронит. Блин, как будто, может, я что-то не то сделал. Но вообще, кстати, по-моему. Блин, он же на пятом левеле должен был эволюционировать. Разве нет? Почему нет? Давай, ульта. Ух, нифига, я хотел тех добить с ульты. На-на-на-на-на. Блин, мне кажется, у меня персонаж как танк какой-то. Слышишь, ты что сожрал там? Иди сюда, блин. Блин, Шермандер отодрал. Шермандер лошара, на самом деле. Ё-моё, да меня жрут. Отвалите нахрен. Блин, обидно. Слушай, а как мне эволюционировать? Никак нельзя? Интересно, здесь походу никак. А почему у меня этот Шермандер в прошлой катке эволюционировал? Ребят, кто знает, напишите в комментах, еще я не так делаю. Мне кажется, здесь как будто надо же было ему эволюционировать и новые скиллы учить, разве не? Не так? А как посмотреть, сколько у нас всего очков? Тоже не ясно пока. Слушай, а может быть он не эволюционирует, а просто в размере типа увеличивается? Может это так работает? Но это такой больше, короче, танк какой-то на самом-то деле, вот этот персонаж. То есть он, у него урона мало он наносит. Как мне кажется. Блин, нам надо идти сдавать очки. Потому что у меня уже накопилось их 10 штук. И это неплохо так. Вот, и нам бы надо на самом... Блин, там Пикачу атакует. Уф, уф, блин, 11 левел, слышь. Блин, они не дают нам очки сдать. Слушай, ну катка на самом-то деле может долгая получиться. Тихо. Тихо, давай. Блин, мне пульту, меня сейчас сольют, походу, не? Нормально, нормально, нормально. Блин, жалко. Мне надо как-то... А он вот это просто хрень восстанавливает? Блин, у меня отхилиться надо, ребята. Слушай, они у нас две уничтожили, и мы две уже закрыли. Да, но не так-то это просто, я вам скажу. Ну да, он меня, короче, больше как танк выглядит, честно говоря. Так, вот здесь, блин, эти... Ну-ка, сейчас я вот это... Во, Шермандер эволюционировал, смотри. Я его вон сейчас накидал ему... Добить, хорошо. Слушай, ну у меня здесь однозначно получается лучше играть, чем в мобильном лоле, зачастую. Есть. Во, смотрите, он у меня вообще огромным стал. У меня уже не вмещается эта фигнюшка. Нам нужно срочно вот сюда идти и сдавать очки. Блин, файнал это... Блин, главное, чтобы мне еще люлей не дали. Я сдал тут 50 целых очков. Это же охренеть как... Блин! Ё-моё, ты чё? Ой, блин, ё-моё, пацаны, помогите. Они не дают мне, короче, ничего делать. Пацаны, помогайте! Вы что делаете-то, ироды? Блин, меня драть идут, слышите? А наши босса убивают нафиг. Давай, 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 босса убьем. Босса убьем. А чё толку-то? Босса-то соберите, алё. Очки-то соберите, дурачки. Блин, я пошел свои очки сдавать, короче. Я по возможности сейчас попробую сдать очки. Не знаю, получится, нет? Давай, 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 давай. Yes! И вот этого идем драть, драть его надо, драть его надо, драть его надо, ребята. Хорошо. Очень хорошо, блин, прикольно. Чё у меня тут муха какая-то летает? Давай, давай, сдал, 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 все, красава, дал, дал, вышел. Пошел нахрен, иди нафиг. Ага, у тебя здесь хп регенка, иди ты в жопу. Иди нахрен. Грязь. Такой вообще. Блин, вон там наших щемят, сейчас я нашим помогу. Нашим, нашим надо помочь, помочь нашим надо. На. Так, я его убью так, нет? Нифига ты отхилился, на тебе ультой. Ультой тебе. А чё ты регаешься-то, слышишь? Ни хрена он регенится, блин.
Офигел? А что ты регенишься? Как ты так умеешь-то? Он вообще регенится, увидели? Вообще не, он неубиваемый просто. Охренеть, вот это ты черт. Но он и меня поражать как бы не может, но он и уронит. Блин, в смысле, сам не дохнет ни хрена. Опа, а тут нашу эту птица надрала кого-то. Блин, у нас больше очков или нет? Я вот сейчас набираю, но я их не сдал. Тайм-аут. Ну-ка, и кто, блин. Yes, мы победили. Слушайте, ну я там воевал, конечно, как настоящий тигр, ребята, блин. Кайф. Слушайте, крутая игрушка на самом деле. Я бы с удовольствием в нее еще побольше поиграл. Была бы она еще на русском языке. Но, может, переведут в скором времени. Если она только вышла сейчас, то это прям крутяк на самом деле. Ладно, ребят, давайте на этом мы, наверное, сейчас закончим. Потому что ролик у нас уже, в принципе, достаточно долгий. А мне завтра рано вставать, а у нас сейчас 1:30 ночи уже. Поэтому, ребята, всем спасибо большое за просмотр. С вами совсем скоро увидимся на следующих роликах, на следующих стримах. Не забывайте прожимать лайк, подписочку на канал оформляйте. Лайч был на связи. Люблю, целую, пока!